повестке 18-го съезда «Единой России» только приоритетные задачи на будущее. Их темы волнуют всех и каждого. Экономика роста, качество жизни, городская среда, развитие села. Проблемы обсуждают министры, депутаты Госдумы, представители региональных отделений партий и эксперты. Президент подчеркивает, нужно работать еще упорнее, внедрять новые идеи и инициативы и делать страну и регионы успешнее и сильнее. Нужно уважение к людям проявить, разъяснять свою позицию. Это несложно. Конечно, если позиция своя есть, а у нас с вами есть своя позиция, практически по каждому серьезному вопросу развития страны. Нужно, тем не менее, учитывать мнение и настроение людей, включаться в реализацию инициатив граждан и использовать эту инициативу для достижения общих целей. В рамках съезда презентовали партийные инициативы и проекты. Это и политстартапы, и чистая страна, и новые направления в 2019 году. Одно из интересных – создание модельных библиотек. И цель его – привлечь к чтению молодежь. Ставропольский край также ждет гранты. Будут созданы лофт-пространства, будут созданы пространства для проведения дискуссионных клубов, для проведения каких-то интересных встреч, для семейного чтения. И что важно, библиотеки приобретут новый фонд. На дискуссионных площадках обсуждали все сферы нашей жизни. Развитие бизнеса в новых условиях налоговой системы и национальные проекты. Вопросы социального волонтерства и подготовка кадров для новой экономики. Развитие программы переселения из аварийного жилья и формирование новой модели обращения с мусором. Как создать достойные условия жизни на селе, поддержать фермерство, развивать сельскую кооперацию и подготовить современные кадры для АПК. Чтобы эти актуальные и для нашего региона задачи решить, нужна поддержка федерального центра. Назрела острая необходимость в ближайшее время принимать государственную программу комплексного развития сельских территорий и просить руководство страны, чтобы эта госпрограмма стала основой нового национального проекта. И это мнение было поддержано всеми участниками. Самый главный вопрос, как сделать так, чтобы жизнь на селе сегодня развивалась. Этот партийный съезд стал по-настоящему региональным. 3500 участников и повестку формировали, исходя из посылов территорий. И вопросы поднимались участниками именно те, которые волнуют сегодня каждого жителя страны. Интересует всех ситуация, которая в регионах. Это и на площадках роста экономики, в первую очередь, как раз-таки и говорилось о интересе к развитию регионов, потому что сегодня не может быть мощной, богатой страна без богатых регионов. Поэтому основные сегодня направления были на это направлены. 80% задач и 80% полномочий по исполнению новых майских указов лежит на регионах. И поэтому вот эта съезд нашей партии, он как раз приурочен к тому, что сегодня надо набрать инструментарий, законодательный, исполнительный, для того, чтобы поставленные задачи, а они, поверьте, они очень сложные и очень всеобъемлющие, решить в те сроки, которые нам указал президент. «Единая Россия» на съезде приняла стратегию на обновление. Обновится партийная риторика, содержание партийной работы, формы и подходы. В основе открытость и доступность всех партийцев во всех партийных структурах. Единороссы будут больше ходить в люди, разъясняя логику всех управленческих решений. Светлана Лач, Антон Красов, Москва, Ставропольское телевидение.